подорвал здоровье. И сейчас Херардо Мартино пытается таким образом использовать Лионеля. Ох, какой момент! И мяч оказывается в сетке ворот! Мадридский Атлетико выходит вперед, и Давид Вилья. Он обещал, что в любом случае отпразднует забитый мяч ворота Барселоны, если таковой случится. И он его отпраздновал. Рассказывали мы о состоянии здоровья Лионеля Месси, но не об этом надо говорить, а об успехах Давида Вильи. Месси мяч потерял на чужой половине поля, и Арда Туран сыграл через центр. Давид Вилья отпасовал на капитана, по-моему, нет, на Коке. Коке поддержал эту атаку из глубины, и Арда Туран выполнил в итоге голевую передачу на ногу Давиду Вилье. И по уходящей от Виктора Вальдеса траектории Давид Вилья с лета отправляет мяч в дальний угол ворот Барселоны. 1-0. Давид Вилья, остановившийся в составе каталонцев двукратным чемпионом Испании, победителем Лиги чемпионов и обладателем Кубка Испании. Сейчас, прошу прощения, на Фабрегаса, а затем уже Хави сыграл на Дани Алвеса. Хави нашел лазейку, пас на Алвеса, и удар головой Неймара. 1-1! 1-1! Неймар становится спасителем Барселоны. Дани Алвес, два партнера по сборной Бразилии, сумели соорудить голевую комбинацию и забитым мячом за Барселону. Еще раз смотрим за передачей Хави на Дани Алвеса, и не успел Хуан Фран отойти назад. Буквально шага ему не хватило для того, чтобы достать до этой подачи Дани Алвеса. Ну и как же все великолепно Неймар исполнил, замыкал, причем зряче замыкал в ближний угол ворот Тибо Куртуа. Здесь голкипер, возможно, также мог команду спасти. И эмоции Херардо Мартино. Как он отреагировал на гол Неймара? Довольно сдержанно. Так вы знаете.